Страшно, страшно. Дорогие авантюристы, прошу ваше внимание. Дисклеймер. Моментами в этом видео присутствуют тупняки, баги, лаги. Не только мои, но и, собственно, моего процессора, который немножко не вывозит некоторые моменты игры из-за толпища крыс и света. Так что прошу меня понять, простить, попытаюсь пофиксить. Приятного вам просмотра и спасибо. Oh, please take me home. No! Bloody hell! That's no good. Hey, are you all right? It's nothing. Пустяки, слушай, эта дверь открывается. Вы когда-нибудь ее вообще открывали? Ее заклинило. Это единственное место в шато, куда мы еще не заходили. И ты не хочешь посмотреть, что за ней? Хьюго спит. Так что мы попросим Родрика открыть дверь. Зловещие времени суток, скитальцы. Я безумно рада вернуться на канал с этим видосиком. Вы знаете, я думаю, вы уже заметили, что у меня очки, они, собственно говоря, и для зрения, и для компьютера. Так что, когда ты пьешь горячий чай или что-либо горячее там кушаешь, у тебя они, зараза, вспотевают, когда ты очень близко. Вот. У кого еще такая же проблема? Я думаю, это у всех, у кого есть очки. Короче, просто дайте мне знать, у кого очки, поставишь лайкосик. Посмотрим за нас. Таких четырехглазых хитрецов, да? В общем, ребят, я знаю, что уже прошло 3 месяца. Я помню, когда я вообще пересмотрела немножко окончание предыдущей серии, где мы, собственно говоря, закончили, на чем, зачем, почему. И вот, дратуйте, амиссия. Все, я уже окончательно все позабывала. Я надеюсь, вы меня простите за это. И я решила немножечко теплее закутаться. Я надеюсь, вы тоже укутались там в тепленький пледичек или одели вот такую вот классную кофтушку. На самом деле, обожаю такой бежевый цвет. Это вообще моя любовь. И да, черт возьми, уже прошло, по-моему, 3 месяца даже не только в игре, а уже и, как я выпускала последний раз видос именно по A Plague Tale: Innocence, я безумно, опять-таки, соскучилась. Господи, когда я уже перестану говорить это в каждом видосе? Уже прям стыдно. Стыдно. Ладно, аж Амиссия отвернулась от нас, такая, типа, Вик, ты уже долбала, когда я уже спасу своего брата. Он мне уже сдох бы 500 раз бы, наверное. В общем, надеюсь, что вы меня хорошо слышите. И да, что еще хотела сказать. Я перекрасилась прям в чистый блонд. Я была прям белой, серой. Короче, видите, уже корни отросли. Это настолько долго я не снимала вам видосы. С камерой, с вебкой. Ну, вы поняли. Так что я себе подкручиваю сейчас звучок. И если вы хотите видеть меня с ушками, ну, типа, окей, к этим наушникам идут ушки котика. Я знаю, очень долгое начало. Вы, если хотите, можете перемотать. Но, в принципе, можете уже не мотать. Я хочу продолжить. Я помню, что мы с вами пересмотрели... Что мы пересмотрели? Господи, мы с вами украли книгу с «Путь, устеленный розами», что-то такое. И теперь у нас новая глава, которая называется «Дом». Это прям очень лампово. Я надеюсь, что вы прочувствуете эту всю атмосферу, собственно, как и я. Я вспомню, как играть, как пользоваться геймпадом и всякое такое. Мы видим все, но никто не видит нас. Мир забыл о существовании этого замка. Ой, как красиво-то, а? А ну, Амиссия, попозируй мне, пожалуйста. Нет. Ну ладно. Фиг с тобой. Это, конечно, не страшный инквизитор, но зато я смогу продолжить тренировки. А почему ты не продолжаешь боксировать? Да, извините, ребят, я наконец-то вымылась. У меня нет грязного личика, как у нашей Амиссии. Покажи свое личико. В общем,
Да, потому что стало холодно, я смогла принять горячие ванны. И наконец-таки напялила на себя образ эдакой Цириллы, у меня там пучок сзади на голове. Ну, короче, вам это, наверное, не очень важно. Извините, я очень соскучилась по вам и просто горю желанием стримить. Вот это я хочу. Надеюсь, скоро мы сможем с вами это сделать. Давай узнаем. Уж, в крайней мере, это я умею. Уа! Таран. Чувак, таран. Прошу. Весьма решительно. И почти безболезненно. Ладно, идем. Ого. Чувствуешь? Нет. Что? Когда заходишь куда-нибудь, где долго никого не было, есть воздух и что-то такое? Да, пыль, даст. Нет, я про камни. Ты будто влезаешь в их беседу. Здесь я это впервые почувствовал. Ну, что-то в этом есть, знаете, когда заходишь в атмосферу действительно затхлого такого помещения, где уже давным-давно не ступала нога ни дворецкая, ни служанки, ни даже ваша, то весьма вероятно найти вот такое чувство, ощутить. Я еще разговаривать разучилась, так что извините, ребята, привыкайте. Я буду привыкать опять назад снимать вам видосы. Господи, как же я хотела бы создавать вот такие вот локации. Не то чтобы игры, у меня с этим, наверное, все не очень хорошо, хотя, кто знает. Так, вспоминаем опять, что, как пользоваться. Ага. Я помню, что... Так, горшка у нас нет. Всего более-менее хватает. Знаете, что? Я надеюсь, мы пока никуда не будем влазить. Это как раз такая серия крутая, где... Сера. Сера. Такс. Да. Давайте вот это еще создадим. И... Не. В рюкзаке нету места? Кто-то облажался немножко. Ладно. Так, надеюсь, вам все ок. Выглядит нехорошо, давай пока не будем их трогать. Очередная дверь, идем дальше. Shall we continue? No, please, no. I want to go there. Of course. Конечно, посмотрим, что там. Такой милаш. О, это внутренний двор. Это короткий путь. Ага. То есть мы открыли короткий путь. Зашибись. И, кстати... О, кстати, чуть не забыл, я тут кое-что нашел, пока тут убирался, взгляни-ка. Очередная сказка про камни. Почти угадала. Чувак, мы обязательно посмотрим, что там у тебя, но я сперва хочу разобраться... О, сумка для снарядов. Это, наверное, то, что нам надо, это же место, да? Дополнительное место? Сейчас, секунду. Знаете, очень неудобно чесать что-то в районе глаз, когда у вас очки. Логично, да? Это упростит и мне жизнь тоже, Амисия. Да-да-да-да-да, подожди, пожалуйста, секунду. Я здесь вообще-то крафтом занимаюсь. Та-дин! Боже мой, так легко прыгает это так. А-а-а, миленько. Что у нас здесь? Я прям хочу везде походить, полазить. Это же все-таки замок, наш новый дом, все дела. И да, кто забыл, о чем вообще идет речь в этой истории, в этих видосах, это мы с Амисией, собственно, вот этой вот девушкой. Мне так нравится, как она пропадает. Ну да ладно, вы поняли. Ищем способ... Да, спасибо. Ищем способ вылечить нашего маленького братца Хьюга, потому что он сильно заболел и, типа, песос. Нам надо его спасать. Его жизняку. Так, что ты хочешь? Это нам, в принципе, не надо? Окей, давай спустимся вниз. Интересно, чем они питались все это время? Я даже не помню, было ли там что-то. Ну, типа, вряд ли там какие-то консервные банки завалялись у них. Так ведь?
фреска. Она выглядит удивительно знакомой. И на ней есть символ тех самых колонн. Замок, кажется, хочет что-то нам сказать. И что он тебе говорит? Я все, конечно, не понимаю, но мне кажется, что здесь с нами все будет хорошо. Амисия, быстрее, Хьюго! Иду. Нужен? Я тебя позову. Быстрее. Встретиться с Лукой. А что там такое вообще происходит, а? Я же сюда вылезу, да? Да. Что-то я так затупила, взгляну даже на ту фреску. С этим текстом. Малыш Люка. Ему все хуже. Макула прогрессирует слишком быстро. Миссия, я делаю все возможное. В смысле, я пытаюсь сделать сюда, как написано в книге, но на это нужно очень много времени. Мне нужна нормальная лаборатория. Как у Лавренти? Нет. Гораздо лучше. Ну, может, у мамы дома... Возможно, у нее там что-то было. Ты права, стоит попробовать. Теперь мы идем домой. Прям в реале наш дом, откуда мы сбежали в первых сериях. Амисия, Люка. Люкас. Блин, смотрите, у него прям вот эти вот черные штуки пошли аж на лицо. Это страшно. Амели, ты нашла его. Скорее мертвого, чем живого. Но, да. Амисия, мы пришли потому, что... Ладно, Артур, расскажи ты. После нашего маленького приключения с твоими дружками, которые обожают жечь еретиков, инквизиторы поймали меня и посадили в клетку. Однажды я увидел, как стражники ведут одну пленницу. Она выглядела просто ужасно. Эти ублюдки требовали, чтобы она сказала им. Где ее сын? Угрожали ей. Я слышал. Беатрис Дерун. Мама жива? Она жива? Слушай... Ты же могла вытащить Артура. Поверь, мне это было непросто. Значит, забудь об этом. Да и мне просто дела никому не было. А вот она слишком важна для Великого Инквизитора. И постоянно допрашивает он ее. Они пытают ее. Хьюго не должен об этом знать. Даже о том, что она жива. Это придало бы ему сил. А что мы скажем, когда он захочет ее видеть? Да, конечно, он это все видит. Не говори ему ничего, хорошо? Ну, спасибо! О, нет, Хьюго! О, боже мой. Это следующий порог. Мы должны пойти в мой дом. Сейчас же. Сходите вы, а мы будем с ним. Все будет хорошо, милый братик. Клянусь, теперь мы тебя вылечим. Ладно, я возьму сангунис и... Не можно отправляться. Блин. Вот вы знаете, я не люблю спойлерить. Ой, такая маленькая глава. Слушайте, интересно, сколько мы глав сегодня пройдем. Итак, у нас 12 на очереди. Все, что осталось. Теперь у него эта книга сзади. То мы в предыдущей бежали с ней. Мы здесь. Амисия, ты как? Да просто... Так странно сюда вернуться. Ну да, какой же ж путь проделали они. Не думала, что вернусь сюда. Но в всяком случае, не так скоро. Мы найдем зелье. Так, и нам надо до рассвета успеть обратно вернуться. И знаете, как символично, мне кажется, уже и у вас снег там пойдет. Или если еще не пошел. Типа в игре снег, здесь снег. Как-то очень все... Символично. А еще, знаете, такое, сажусь, типа, надо видосик записать, все дела. Ладно. И смотрю, солнце выходит. А его, чтобы вы понимали, не было уже несколько недель, наверное. И я такая, what the fuck, dude? Почему сейчас? Почему, когда я решила счет записать? Ты вылезла. Так. Давай мы с тобой присядем на всякий случай, потому что я боюсь, чтобы мы не напоролись на Инквизицию. Я правда надеюсь, что у вас ничего не лагает, картинка плавная, и я не слишком ору. Ствол? Ты чё, в ствол нашёл? Какой ствол?
Что происходит? Ладно. А можно покрыться? Слушай, я уже не помню. Нет, нельзя. Разве что факел можно, но он здесь там не надо. Не падать, не падать. Ты не упадешь, ты у нас бойкая, быстрая девушка. Эо! Не знаю, но мне это не нравится. Так, Лука. Что у них брачные игры? Необычно ужасные разные вещи, Лукас. Почему? Нет-то. Это все не так просто. И что? Я не знаю, может нам попробовать бросить это дело? Так, подождите секунду, где там камень? Та-та-там. Гасит огонь. У-у-у. Мощный источник света, уничтожающий крыс. У нас он только один, я не хочу рисковать. И, в принципе, у нас как таковой цели нет, чтобы как-то разбираться здесь. Так что давай ты пойдешь вместе со мной, наверное. А что, там не пройдем? Нет, ты не пройдешь. Туксишка мне орёт. Разве чуть тише? О, нормас. Ветер так завывает. Ну да, очень интересно, что они там делают, какие у них брачные игры. Так. То есть, в принципе, мы могли бы пойти... Ага, мы даже сюда не смогли пройти. Хорошо. Лука, давай ты останешься здесь. Don't move. I'll be back soon. А я сгоняю... Посмотрю еще одно место, потому что мы так быстро сюда переместились. Я думаю, там инквизиция, в принципе, была. Поэтому мы пошли сразу сюда, в обход, как бы. Но мало ли, чё. Пробежка зимой. А, ну, б. We can't cross there. That bridge was at least a century old. Everything looks completely destroyed. Всё, кажется, совсем развалилось. Это конец старого мира. Если так, почему тогда ты так спокоен? Ну, потому что грядет новое что-то, и оно должно быть во всяко раз лучше старого. Я не понимаю, почему здесь горит функция, чтобы, типа, он остался посмотреть на этих крыс. Может, у меня какая-то миссия там будет, где мы сможем, не знаю, пройти сами? Тихонечко. Кажется, они не хотят... Ого. Поведение их и правда странно, ничего не ясно, ничего не понятно. Можно мне факел? Как это делается? Здесь есть факел? По-моему, здесь нет факела. Та-та-там. Привлекает крыс. Кстати говоря, это неплохая штука, но у нас как бы есть... Да, вот обход сюда. Так что, в принципе, нам не надо никак тратиться сейчас. Не, давай пойдем вместе. Не хочу тебя здесь оставлять. Здесь тем более света никакого нет. А вот здесь крыски прилезут. Страшно, блин. Холод, голод, еще миллион крыс. Зашибись просто. Мешочек. Им тут не рады. Я это им покажу. О! Такс. И как мы это дело... Вот. Сейчас.
так, нет? Я тупик. Я знаю. Я не то использовали. Ну, у нас этой штуки, в принципе, хватает, так что гори-гори, ясно. О! Это мой дом, слышишь? Это мой дом, ты тупая крыса. Все, путь себе прочистили. Давайте бежим. Ты идешь? Мы будем тебе помогать? А, ты, в принципе, более взрослый, чем наш брат, поэтому сам слезешь, да? Да. Все хорошо. Очень странно, здесь она стояла, эта повозка. Так, мы уже близко. Я боюсь. Нам бы эту штуку зажечь. Поджигает угли. Ух! Прямо шлагануло. Да, спасибо. Ой. Мне бы палку какую-то взять, знаешь? Было бы вообще... Я видела там что-то. Нет, это не то. Это нам не надо. Я не помню, вроде бы мы научились поджигать что-то, но... Нет? Дверь. И что там закрыто? Там цепочка с другой стороны. Угу, хорошо. Must have used it to get the troops through. Good idea. I'll have a clear shot. You can go back down. Tell me when you're ready. Ага, то есть он мне посветит, чтобы я прошла, а затем я смогу стрельнуть, да? Вот это хочешь мне сказать? А чем мне понадобится бросать камнями, наверное, да? I'm there. Here we go. You can move. Ну давай. Блин, тимворк! Давайте. Так, а насколько далеко ты сможешь? Так, секунду. Я боюсь. О! Красава. А что дальше? Тихо! Давайте гореть уже, грёбаные крысы. Ужас. Ладно. А что у нас здесь вообще, безопасно ходить, нет? Ну, такое. Интересно, если мы... А чё, нет, там я не пойду туда. Там сундук, в нем что-то есть. Как мне их отвлечь? Хер его пойми. Так, поджигает угли и отвлекает врагов. Не спасти снаряды не то. Ближайших крыс. Ну, в принципе, мы можем попытаться. Куда-то вон туда. Ага. Ну да, конечно. Гениально, Вика. Просто 10 из 10. Это показывает то, насколько давно я не играла, да. Ну, хочется, знаете, но если я пойду, меня просто там съедят. Заживо, там два сундука. А может, я вот так кину, да? Наверное, так и надо было. Так я ж точно перекину. Точно? Точно? Я боюсь. Оно как будто... Ага. Ну давай. Давай, пожалуйста. Пожалуйста, нет! Нет! Сука. Все. Ну, я сомневаюсь, что это того стоило. Вообще сомневаюсь. Мне кажется, здесь был какой-то более рациональный подход. И здесь вообще было как бы... Три штуки, где можно что-то взять. Капец, Вика. Ты тупая женщина. Так, ладно. В принципе, у нас этих штук хватает. Окей.
Давайте вот эту одну сделаем. Эх. Скажите, пожалуйста, как вы сюда забрались? Вы тоже всех вот так вот испепелили? Случайно потратившие очень много разных запасов своих. Так, а там что? Ну, а там ничего интересного. Я хочу факел. Можно мне, пожалуйста, факел, пожалуйста? Пожалуйста. Очень надо. Ну, а что теперь? Смотрите, как прикольно. Я иду, и он мне помогает. Это, конечно, хорошо, но что дальше? Потому что я, в принципе, сделала, что мне надо. Здесь уже больше ничего нет. Ловить нечего. Я не знаю, что делать. Так, поищите лекарства в покоях Хьюга. У нас главная цель. Не забудь про меня. А как же, забудешь тут про тебя. Ага. Ого, прям на него натравили. Ух! Зашибись. Так, ну что, малыш? Лукас, мы не одни. Ага, это максимум, на который я могу. Кто-нибудь, помогите мне, эти крысы. Я не знаю, как тебе помочь. Эй, ты, скажи мне, сколько вас здесь? Как больно, не хочу умирать. Вот так. Вот так? Ты казнил мою семью, ты заслуживаешь мучительных смерти. Будь милосерднее. Не смей даже произносить это слово. Ничего полезного от тебя не вытянешь. Так, давай бросим на съедение. Ну, я туда дальше не пройду. Ага. Мне кажется, я понимаю, что они хотят от меня. Давай еще что-то сделаем. Ну ладно. Тише. Все, Хью. Побежали, побежали, побежали. Кто ты? Черт подери тебя. Дочь Роберта Роберта и Беатрис Дерун. О нет, пожалуйста, моляю, брови милосердия. Ты заткнись ты, я заставлю тебя. Оставлю. Да что такое? Очки даже не помогают. У меня уже все. Ой. Короче, мы жестокие, безжалостные. И никакого no mercy. Интересно, что там? Так, крысики, куда вы хотите побежать? Давайте вы вон туда побежите. Они уже покойники. На моих руках и без того довольно крови. Стой, нет! 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 Ладно, я хотела еще посмотреть, что там. Там труп. О, боже мой, нет, пожалуйста. Амица, можем не ходить дальше. Давай найдем другой путь. Нет, я должна увидеть. Это труп ее отца? Смотрите, как прям не тронут, по центру лежит. Is he your
father. Это твой отец. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Вот это у них прям там царство, я не могу. О нет, что они делают? Нападают. Смотри, какие умные. Спасибо, что раздобыл факел. Факел. Наконец-таки. Так, подожди. Подожди ты со своим Мигнифером. Так, Игнифер, Игнифер! Воу! Вы это видели, да? Окей. А куда, куда, куда? В них? Давай в них. И куда нам? В какой шелтер, блин? Знаете, что я скажу? Это очень жестко. Давай, Игнифера. Еще они только спереди будут? Они повсюду. Пипец. Ребята. Они, кажется, эволюционируют. Возьми-ка факел. Спасибо. А можно я вас всех нахрен спалю? Когда вы мне уже надоели. Капец, вот это у них логово просто. Я миссия говорит, что отсюда во все и вернулось. О, все началось, господи. А чё дальше-то? А, типа мы уже пришли. И чё? Я не знаю, как туда попасть. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Мы же не можем закарабкаться, правда ж? Тогда надо через главный вход. Я уже не помню, факелы какое-то время держатся или постоянно они светятся, но, блин, прям все очень грустно и печально. Пособираем пока ништяки. Что еще делать? Просто все поросло вот этой вот херней ихней. Кошмар. Пши нахер. Это наш слуга. И тело. Да, стражи, они жрут заживо, его не тронули. Почему? Должна же быть какая-то причина. Пойди знай, надлом. Его последствия проявляются до сих пор. Пипец, девочки, это копец какой-то. Блин, прям ходят кругами и не пойми чего. Может, они на потом оставили? Типа, вкусненькое, фу! Господи, какая мерзость. Ощущение, как будто я прям в хоррор играю, глядя на это все. Наш стол, за которым мы хавали. Надо вот этих штучек понаделывать сейчас. Ага, но я нифига не могу сделать, пока я с факелом. Можно тебе факел отдам, не? На время, чувак. Пожалуйста. Так, смотрите, у нас там есть ход, и вот здесь вот. А, нет, здесь просто. А, подожди, там может что было? Да, я умею ходить.
Так вот, по поводу вот этих черных вен, которые были и, в принципе, сейчас есть у ее брата. Она тоже. У них испекают. Да что здесь происходит, мать вашу? Может, они что-то принимают такое, что позволяет им вот так вот себе лежать и быть нетронутыми крысами? Так вот, типа в одном сериале... Да давай пались уже. Шлем Арно. Он был великим рыцарем. Значит, он не будет забытым, раз он великий, да? Да. Так вот, этот сериал называется «Древние», и там у одной девушки тоже были такие черные прям вены. Это заклятие, которое очень-очень плохое, и вообще там все жестко. И вот сейчас такие же вены идут у ее брата, и это прям флешбэк для меня. Так, давай сюда повесим. Я хочу сделать вот этих штук. Тихо. И вот этих вот. На всякий случай побольше. Да. Я бы вернула, взяла там один кусочек. Потому что у нас, в принципе, я знаю, я люблю тратить вот такими вот необдуманными поступками. Серый и всякое такое, да. Чай уже остыл. Зашибись. А в принципе, мне придется здесь оставить, да? А ну-ка. А факел? А там чувак? Там крысиков нет? Воу-в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 оу. Жаль, в Симсе не придумают вот такие вот круглые ступени. Смотри, они такие, типа, идут, и все, все равно. Они идут к его комнате. Эх, нечисто. Нечисто здесь все. Ага, смотри. Давай тогда... А что, я не могу ничем пользоваться? Я хотела тебя поджечь. Ну ладно. Лука. Обычно настойки. Окей, тогда ищем то, что надо. То, что поможет. Так, сейчас, секунду. На-на-на. Давай вот эту одну штучку сделаем. Возьмем. 5 кучу разных ништяков. Спасибо. Спирт, кстати, нам нужен. Мы что-то его очень слишком много выпили. Ну вот, комната Хьюго. Господи! Просто не пройти, не проехать. Все как будто, знаете, так и должно быть. Вот, здесь еще котлы. Давай, смотри. Все, все осталось как раньше. Может, они его как-то боготворят, я не знаю. Типа он их король. Лукас, почему его комнату не тронули? Вообще не нужно им надо, господи. По-прежнему. Твоя мать наверняка работала над более сложным эликсиром. И здесь должно быть кое-что еще. Кое-что другое. Может быть, это в подвале? Римские развалины. То, что нужно для алхимика. Вот там она, наверное, и развела свою лабораторию. Подальше от чужих, да и родных глаз, чтобы никто не знал, чем она там занимается.
Так, сейчас я быстренько обхайду. What the fuck? Мы только что там были. Все, все позабирали? Конечно, очень странно. И свет здесь горит, типа... Не знаю. Ух. Все просто кишит этими тварями. Нет, они собирают силы. В смысле? Тихо. А что, у нас здесь ничего? Я открыл путь, Эмисия. Нам нужно идти. А, подожди секундочку. Я хочу... Я не знаю, куда я иду, но... А, так нормас. Мы правильно идем? Диакс... Жесть, просто нахрен все переломано. Фу. Как я чутко проскользила, вы это видели, да? Ой-ой-ой, давай-давай. Бегай вниз. Пронесло. Я до смерти перепугалась, Амисия. Я с тобой, но нам надо идти дальше. Я хочу факел. Что так сложно? Взяла, отломала от этой, блин, ящика кусок палки, и все, и пошла, подожгла, и пошли. Хотя лучше чем-то тряпкой обмотать, спиртом полить, да? Теперь-то ладно, как раз. Так и заговори. Боже милостливый. Все умерло. Где купальня? Там, на другом конце. Короче, нам нужно найти лекарство в лаборатории Беатрис. И здесь спирт прям разбросан повсюду. Смешно. Так, тихо. Цветок. Нетронутый. Мы таки нашли цветок. О, пятилистник, кажется. Хьюго бы его взял. Так, не помню, что нажимать. Не то, а вот это значит. Этот цветок называется так по числу лепестков. Их, как и пальцем на руке, ровно 5. С древних времен лекари использовали пасту из пятилистника, готовили из него отвары для лечения пищеварительного тракта, борьбы с лихорадкой. Им останавливали кровотечение. Кроме того, пятилистник – важный геральдический символ. Геральт, и ты тут! Украшающие гербы множества знатных семейств северо-западной Франции. Хорошо. Теперь мы знаем больше о пятилистнике, который вон у нас там красуется теперь. Ух, четко, четко. Хорошо. Куда дальше? Так подожди, почему ран? Вот эти штуки... Недолго горят, я это помню. Подожди. Давай, ладно. Давай заново. Мне кажется, там невозможно пройти. Вика, тупик. Я поняла, можно пройти. Показалось, что там бы тоже мы прошли, но там слишком далеко. Тихо. Ну давай. Run, girl, run. Просто фокусировала свой взгляд, к сожалению, на других местах. И не сразу увидела. Так, все, зашибись. Ох, как красиво они, конечно. Ай! У нас очень-очень мало этих, твою мать, запасов.
Like a river. Like a river. Wait, the car. We can relight the fire and push it. No, I'll light it and you push it. What? All by myself. You saw what happened earlier. You think they're just going to let us pass like that? All right. All right. Get your ammunition ready, because we haven't done all this for nothing. Come on, Lucas, let's go. Wubbly-wubbly. Давай, толкай. Я буду нас подзащищать. Ох, господи, милосердный. Она такая тяжелая. Ну же, давай, постарайся. Ой, он меня толкает. Зашибись. Не забывай, я всю жизнь провел в подземельях. Ох. А можно нахрен? Пожалуйста, спасибо. Воу. Вы что, издеваетесь? Давай. Толкай, мы сможем. Еще минус кубло. Так, а куда ты толкаешь? Так. Все хорошо, успокойся, толкай, чувак. Лукас, мы сможем. А чё, не? А где они? Я не знаю, где они. А, вон они. Мы уже близко, не останавливайся. Ты молодец. Еще чуть-чуть. Они так бросаются на нас. Ну да, что ты хотел? Мясо же ж. Господи, я уже думала, жопа. Так, давай я буду впереди идти. Все, наконец-то. Finally, we did it, Lucas. Это было, блин, жестко. Ты как? Спасибо, Лука. Вот видишь, ты крепкий парень. Да-да, вряд ли когда-нибудь еще встану на ноги. Да ладно тебе, не знаешь... Ты же не хочешь упустить шанс посмотреть, что там в лаборатории моей мамы, а? Конечно, пойди. Пойдем. Все, что осталось. Ты хочешь куда? Так, нам надо бы еще несколько штук сделать. Да, классно, у нас хотя бы есть, знаете, нормальное место в инвентаре. Лукас. Лука, мы на месте. Здесь я видела, как умерла моя мать. О, Артур говорил, что она еще жива. Да, это же бедный Ламберт. Должно быть, он принял удар на себя, а она... Она еще жива, но... Я понимаю. Лучше думай о брате. Нам нужно двигаться вперед. Эх, Ламберт, Ламберт. Отсылки просто к Ведьмаку. Все, пошли искать лабораторию. А чё купальни? Я что-то пропустила, видать. Эти ступеньки. Я словно вернулась с детства. Это хорошо. Твои воспоминания из того времени нам пригодятся. Матушка никогда меня не впускала сюда. Говорила, что это опасно. Опасно для нее, без сомнений. Ты никогда не хотела здесь что-то... А я всегда умела искать. Но теперь нас двое, ты уже не ребенок. Мы все найдем. Да, мы найдем. О чем будем искать? Лекарства, да? Такс.
знаю, там крысики плохие. Ну хорошо, что мы хотя бы здесь можем пройти. Давайте еще одну сделаем вот такую. Все, места больше нет, и я хочу заполнить. Вы знаете, немножко неудобно, когда ты сидишь в очочках, на тебе большие наушники, и они немножко передавливают вот, вот эти ушки очков. Навались. А куда? Ты молодец. И такая, о нет, нет, господи. И сама умерла, да, именно это нам и надо. Лукас, смотри, похоже на укус. Римская фреска. Похоже, это Юстианова чума. Лаврентий мне про нее рассказывал. Страшное было дело. Хуже, чем сейчас? Сложно сказать. Это было в 6 веке. Лукас, эти купальни построены римским губернатором именно в 6 веке. Фреска здесь не случайна. Как и мы, собственно. Нам-нам-нам. Так, идите туда. Давай, навались. Эх. Переда, пошли. И чё? Крыса, миссия. Если ты запрёшь их с той стороны, мы сможем что-нибудь предпринять. А что же мы предпримем, да? У меня только одна идея в голове. Сделать вот так, а затем сделать вот так. И побежали. Лукая! Лукас! Все прям у меня этот в жопе. Так, это судаторий. Римляне здесь... Что? Римляне здесь парились до пота. Да, жар создавался паром. Ого, какие статуи. Что такое? Это же алхимические звери. Разложение, очищение, альмаргирование. Символ бассейна тоже обозначает разложение. Мне всегда нравились эти знаки. В двух других бассейнах есть еще. 3 символа, 4 статуи, а под ней горит огонь. Можно попробовать зажечь и остальные. Должно быть способ к ним подобраться. Должен быть способ к ним подобраться. Здрасте. Мне кажется, как... Здрасте. Гнездо. Они повсюду. Я ничего не вижу. Так, я понимаю, что нам сюда, но да, я похожу по купальне. Все, не пройдешь? Серьезно, ты больше не... А, ты не хотела с этой... Она не хотела мне выходить вместе с этой палкой. Нормально вообще, да? Так. Лев, царь зверей. Надеюсь, ты сейчас счастлив, где бы ты ни был. Песик, жалко. Мы смотрели недавно... Начали смотреть первую часть Джона Уика. Там тоже печка жалко. Змея. Этот рисунок пару раз снился мне в кошмар. Кошмарик. Кошмарики. Вот почему, собственно, я открываю нухо, чтобы нормально разговаривать с вами. Так что простите. Жаба, какие же они все такие уродливые. Да. Не очень приятненькие. Лебедь величественный, благородный. Ну и последнее. Лукас, еще одна фреска. Беременная женщина. Но это не все. Посмотри, что рядом с ней. Это что-то типа лембика, да? Она алхимик? Именно. Таинство алхимии часто сравнивают с зачатием. А теперь... Может, она просто беременная женщина-алхимик? Не просто. Этот храм принадлежал твоей матери.
И тот факт, что здесь изображена женщина, не просто совпадение, это очень важный момент. Наверное, ты прав. Да, она просто наелась и легла полежать. Это все ничего не означает. Ладно, хорошо, хотя бы здесь мы что-то посмотрели. Теперь можно идти исследовать, что у нас там снизу. Итого, куда мы идем сначала? Давай. Ой-ой-ой-ой-ой! Такс. Да жопа мне здесь. Так, попытка номер два. Я не хочу теперь найти. Right, let's go. I'll try to guide you. And how do you intend to do that? The light. I'll be close to the baby. Good luck. Uh-oh. Конечно, спасибо за good luck, но я как бы не знаю, куда здесь идти. Я не помню, насколько хватает. Я не помню, сколько хватает этих палок. По-моему, на не очень долгое время. И вот это вот меня обескураживает, да. Нашли. Ух. Появился символ, это сублимация. Осталось зажечь последний символ. Хорошо. А куда идти дальше? Я потерялась. Ладно, пойдем сюда, посмотрим. Ты ушла слишком далеко! Аж зафризила нахрен! Все хорошо. Не переживай, чувак. Я сейчас в другую сторону пойду, все нормально. Спасибо. Я уже здесь. Да, это ощущение. Все чаши загорелись, можешь возвращаться. Спасибо. Чуть не пошла не туда. Не туда, ёб твою мать. Страшно. А что если я пойду... Да, дай мне палку. Что если я туда пойду? Долго иду. Ага. Не хочу сюда. Наверное, туда и будет интереснее пойти. Так. Вон туда. Так, поворачивайся. Своей жопкой стоишь прям, где мне надо. Конечно, столько здесь вот этой штуки, которая как бы отвлекает этих крыс. Но не насрать, да. Разложение, очищение и сублимация. Жаба, лебедь и змея. Значит... Значит, наш друг лев что-то скрывает. А чё? Уходим отсюда, да? Ну, ладно. Интересненько. Здесь еще есть ништяки. Ага, которых мне, в принципе, особо-то и не надо. Так, побежали. А где ты? А куда ты запропастился, а, чувак? Я что-то офигель. Чувак, убежали от меня.
А, он к льву побежал, а мне показалось, как будто он уже пошел назад. Я такая, типа, чё, куда, как? Ну что, давай. Может, во рту? Матушка, помогите нам. Ты раскрыла ее секрет, Амисия. Давай. Помните, как Индиана Джонс засовывал свою руку, и там могли выпадать скорпионы или еще какая-то херня, и такая, нам-нам, или кушать просто руку в таких вот пащах. Как здесь темно, и какой огромный зал. Побереги снаряды, это я беру на себя. Господи, как это было неожиданно. Спасибо. Ну что, продукты, реакции, реагенты, благородные материалы. Гораздо интереснее всего, что мы видели в спальне. Это то мы и искали. Ура, ура! Я пока пособираю тоже себе всякие ништяки. Круто, что наконец-то наш Лукас... Это рукописные заметки, попробуем новую трансформацию. Она была на верном пути. Амисия, то, что мы ищем, однозначно где-то здесь. Ну где? Как она выглядит? Вон там. Еще одна фреска. Дитя на руках у матери. Но эти отметины на его теле. Лукас. Прима макула. Но эта фреска веков 8, не меньше. И тем не менее, выходит, это случалось раньше. Но как часто? Кто знает? Сангуини Сентения. Пути крови. Макула прошла сквозь века. Но она уже изменила мир и сделала это еще раз. Не раз. Сделает. На этой коробочке изображен Феникс. Это символ великого алхимического труда. Миссия, мне кажется, это оно. Открой. Хорошо. Такая музыка прям, ва. Амисия. Говорит, Лукаса 3, глубокая кристаллизация, сине-зеленые грани, чистая субстанция. Шпуньк. Что? Ну, Лукас, амбровый запах, потрясающий. Да говори ты уже, что это такое? Это эликсир для Хьюга. Она продвинулась, но не успела его закончить. Ты хочешь сказать, что это тот самый эликсир, который ты... Да, невероятно, что она зашла так далеко, без книги. Какая умница у них была мать. Или есть? Who knows? Может, мы сумеем им воспользоваться? Давай, маленький, с книгой, с моими заготовками. Мне кажется, я даже смогу его закончить. А ты молодец, магистр. Маджиста. Почему она не рассказала мне об этом? Я бы все поняла, я бы... Ну и что бы ты сделала? Чувак, аккуратней, пожалуйста. Я бы сделала то же самое, Миссия. Это же алхимия. А матери всегда защищает своих детей, правда? Да. Может, будешь зажигать вот этот посередине факела? О, нет, только не сейчас. Как нам отсюда выбраться? Не думай о том. Заканчивай эликсир. Знаете, мне кажется, я немножко темненькая. Я включу свет. Ну, в смысле, мало света падает. Теперь я стала более ламповей. Прям ламповей в прямом смысле этого слова. Ну, ладно. Macerate? Что это? Где его искать? Там же, где лекарства. Ага. Такс. А я хочу еще туда пойти. Так, здесь, в принципе, ничего нет. Там что-то было, Вика, тупик.
Такс. Механизм точно такой же, как что Домраш. Ага. И шо? Мне все равно надо как-то туда добраться. Ой, я их сожгу там. Горите, горите, горите. Ага. Так, а если я сделаю... Мне хочется узнать, что здесь. Так, семейное древо нашли. Не зря я потратила столько штук на крысиков. Генеалогия — это древняя традиция, известная еще со времен Египетского царства. Она упоминается и в Библии. Долгое время генеалогия оставалась прерогативой знатных и могущественных людей. А с XI века она применялась для доказательства благородного происхождения или отсутствия близкородственных связей у супругов. Поэтому неудивительно, что многие специалисты по генеалогии могли слегка погрешить против истины, желая поправить свое материальное положение. Жопы. Индер-дин-дер-дин. Ну, потому что по-другому я не знаю, как бы я пробралась туда. Смотрите, оно прям исходит... Какие-то жароподобные штуки. Ну, хотя бы лука там в порядке. Там вроде бы ничего не светится. Что за занавесом? А ну там! Давай! А я могу туда? Тут слишком много горшочков. Я не знаю, какой нам нужен. Который больше всего воняет, тот и наш. Так, ну, давай пробуем справа. Пахнет не слишком приятно, но не слишком мерзко. Перец, мята? Нет, что-то гораздо более ужасное. Понятия не имею, вообще ничем не пахнет. Так, бери все. О, боже милостливый, это абсолютно. Что так громко-то, а? Ой, боже мой, боже мой. Да, я иду, я просто офигела немножко. Ой, смотрите, я прям в цвет этот... Как будто у меня здесь факелы, короче, горят. Да, тоже так же тепло. Осторожнее, не трясись туда. Опять? Да идите в жопу. Слабо изменяет цвет, это хорошо. Я так и знала, что не так-то все просто там, это вот это все. Так, давай. Куда тебе, сюда? Давай, 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 давай. Давай. Все, я испортила просто миллион разных штук, и надо бы сделать еще. Блин, жаль, что только одну можно. Неприятно вообще. Фу.
Ну? Они загасили мою жаровню, да? А, так подожди. Ты сейчас вместе с жаровней пойдешь. Я думаю, как же ты туда будешь добираться? Да не будешь ты так... А, нормас. Ну что, пошли. Вали. Боже мой, страшно. Take me back to the Paradise City. А, давай, там, где свет горит, там, где нет этих крысиков. Oh, please take me home. Ah! Писец. У меня все кончилось, Лукас. Чё? What's happening? Вау. Знаете, это как концерт, и ты зажигалочку зажигаешь или в телефончиком светишь, и они такие тын-тын-тын, вот эти все. Это лучше, чем огонь. Finally, we did it. Лукас, у тебя получилось. У нас получилось. Лоренти гордился бы тобой. Я горжусь тобой. Спасибо. По крайней мере, одно мы теперь знаем наверняка. Это эликсир связан с крысами. А значит, есть связь с носителем. Да, но давай все по порядку. Сначала надо спасти Хьюга. I'm so excited! Oh. Ждут. Один спит, другой на страже. Наша верная команда. Это они? А, не, я думала, это... Короче, они, наверное, близнецы, потому что я их путаю. Я думаю, ничего. Молоток странно идет. Наш начинающий алхимик сотворил чудо, теперь у нас есть эликсир. Я всегда знала, что ты молодец. Спасибо. Пойдем, проведем Хьюга. Надеюсь, он там еще жив. Страшно, знаете ли. Малыш Хьюго, ты как? Пущока. Хьюго, ты не спишь? Боже мой, бедняжечка. Эй, смотри, у нас получилось. Эликсир. У Луки получилось. У Лукаса. Он может быть горьковат. Неважно, выпей одним глотком. Господи, исцелись, пожалуйста, ты меня пугаешь. Я теперь выздоровел? В любом случае, скоро тебе станет гораздо лучше. Амисия, мы больше никогда не увидим мамочку. Хьюго, я же тебе говорила, она не вернется. А там, где она сейчас, там не больно? Нет, конечно, нет. А теперь давайте спать, хорошо? А завтра, когда ты проснешься, все будет намного лучше. Ты будешь чувствовать себя лучше. Маленький Хьюго. Ля, у них соломой набитым, по типу, как матрасиками сделаны эти мешки.
Есть! Ей! Мы с вами, как обычно, прошли две главы, чему я очень рада. Эпитимия. Если бы я еще понимала, как и чего вообще обозначается это. Амиссия, ты не поверишь, Родрик побил Артура в стрельбе из пращи. Это неправда, он вступил в жертву. Да, ты просто сопляка. Вы там опять ругаетесь. Ты играешь не по правилам. Это ты мне будешь сказать правила. Так, ребята, где Хьюго? What the heck? Where is Хьюго? Хьюго, где ты, малыш? Это снег так валится? Оу, ноу. Куда он мог уйти? Вы чё, ребята? Как вы могли упустить парнишку? Только ж вылечили, блин, его. Хьюго! Отзовись, Хьюго! А! Аккуратней, малышка. Это что? Стрёмно. Найдите Хьюго. Голова. Gently. Ой, вы. Вот это мы с вами сегодня прошли. Блин, одна глава такая длинная была. И круто. Круто, что мы наконец-то движемся вперед. И знаете что? Большое вам спасибо за просмотр, за ваши лайки, за комментарии. Я думаю, мы скоро уже допройдем, потому что уже большую часть этой игры прошли. Наконец-таки Вика настроилась, чтобы допроходить игры. Поддержите мое стремление в этом деле. И да, отпишите, как вам мои отчетки. Мне идут или нет вообще? Да, извините, что так как-то серия прошла опять-таки как-то сумбурно, как-то опять как-то вот непрофессионально, но что-то есть, то есть. В любом случае, я хочу допройти эту игру, и скоро мы это и сделаем. Все, скоро увидимся. Обнимашки, целовашки.